Здравствуйте, в эфире информационная программа «Новости РФЦН» в студии Константин Перевозчиков. Сегодня в выпуске. В память о талантливым ученым. В музее ядерного оружия РФЦНЕФ прошел торжественный вечер, посвященный столетию со дня рождения Юрия Мирохина. На базе ННГУ открыто математическое отделение РФЦНЕФ. Просто о сложном. В гимназии номер 2 прошел тематический урок в рамках проекта «Внефоведение». 80 участников и 2 часа соревнований. Завершился первый командный турнир РФЦНЕФ по боулингу. Чистый сердцем и светлый разумом. В музее ядерного оружия РФЦНЕФ прошел вечер, посвященный столетию со дня рождения одного из первых разработчиков ядерного оружия, лауреата Ленинской и государственных премий Юрия Валентиновича Мирохина. Подробности далее. Талантливый конструктор и ученый, генератор идей и просто человек со светлой душой. Именно так вспоминают Юрия Валентиновича Мирохина, его друзья и коллеги. Он родился в Пятигорске через 2 года после революции. В 1938 году поступил в Ленинградский электротехнический институт. Но биография Юрия Валентиновича Мирохина вместила в себя и военную юность, прошедшую на Ленинградском фронте и в блокадном Ленинграде, в том числе знаменитую дорогу жизни. По дороге жизни ему приходилось водить грузовики, когда он служил на Ленинградском фронте. Ну, все, наверное, знают, что это очень опасная дорога. Тогда ее называли дорогой смерти. И ехали шоферы с открытыми дверцами. Они ехали на крылечке уже. То есть, если что, они выпрыгивали. И вот 2 машины из-под него ушли под лед. И он успел выпрыгнуть. После демобилизации Юрий Мирохин восстановился в институте. А в 1948 году его, как перспективного молодого специалиста, лично отобрал отец советской атомной бомбы, академик Юлий Борисович Харитон. Юрий Валентинович – автор и соавтор целого ряда уникальных разработок. Он принимал участие в создании первых отечественных ядерных зарядов, осуществлял научное руководство работами по созданию радиоаппаратуры. Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени. Есть категория людей, память о которых не тускнеет по прошествии множества лет. Именно к влиянию таких людей и относится Юрий Валентинович Мирохин, оставшийся в истории разработки ядерного оружия, талантливым ученым, инженером, руководителем, профессионалом своего дела. Юрий Валентинович был среди тех руководителей и высококлассных специалистов, которые сформировали профессиональную школу КБ-2. Мы стараемся ее поддерживать и развивать, стараемся воспитывать молодое пополнение на таких примерах беззаветного служения Отечеству. Юрий Валентинович проработал в Федеральном ядерном центре 35 лет, пройдя путь от инженера до первого заместителя главного конструктора. Он внес большой вклад в создание ядерного щита нашего Отечества. А коллеги и подчиненные до сих пор вспоминают его с большой любовью и благодарностью. Кто такой конструктор? Это творец, созидатель. Значит, ему можно создавать что-то новое, чего еще никто не видел, что еще не существует. Когда мы начинали разрабатывать какие-то новые изделия, то порой возникали трудности. Эти трудности, они как бы не только тормозили работу, они и изрядно портили настроение. И вот в таких случаях всегда был верный путь. Мы шли к Юрию Валентиновичу. Он был источником энергии творческой, которая помогала. Михаил Чумак – один из тех, кто на протяжении нескольких лет работал бок о бок с Юрием Мирохиным, а после стал соавтором книги, посвященной изобретателю. На протяжении года Михаил Иосифович собирал воспоминания друзей и коллег и может с уверенностью говорить о том, что Юрий Валентинович всегда и со всеми мог найти общий язык. Будь то инженер или рабочий, солдат или генерал, академик или министр. Он всегда умел слушать и слышать и успешно решал поставленные задачи. Замечательный человек, замечательный профессионал и умел работать с людьми в самых разных ситуациях. И вот это поколение людей, прошедших войну, они как бы были особенными с точки зрения вот этого общения, вот этого взаимодействия друг с другом, отношения к людям. И я вот вспоминаю вот эти вот годы работы, когда мне довелось общаться с Юрием Валентиновичем, и у меня на душе тепло становится. Я себя чувствую счастливым человеком, что мне это было подарено как бы судьбой. Вот
работать с ним. По словам коллег, именно природная острота ума, многообразие научно-технических интересов в совокупности с блестящим образованием, а также бесценный опыт, приобретенный в военное время, позволили ему быстро встать в строй ведущих специалистов. Впоследствии он стал признанным научно-техническим лидером и воспитал поколение талантливых конструкторов, исследователей, испытателей, ярких представителей школы Мирохина. Последние 5 лет он провел в болезни. У него было несколько инсультов, и он лежал. Он практически пролежал 5 лет. И каждый день к нему ходили его коллеги, подчиненные, бывшие, каждый день. Это необыкновенная вообще, конечно, любовь и вот взаимоотношения. То есть он настолько любил людей, и люди ему так вот отвечали. К 50-летию НЕФа вышла книга, в которой была фотография дедушки и подпись. Его очень любили люди. И все. Моя мама, она была в шоке. Ну как же так не написать? Как зовут человека? Годы жизни? Кто он? Кем работал? Понимаете? То есть вот такая вот книга целая, и в ней вот такая фраза. Ну, потом мы все подумали, авторы, а говорят, а что, разве надо о Мирохине что-то писать? На торжественный вечер, посвященный талантливому конструктору, пришло много людей. Семья, коллеги, подчиненные. И даже молодое поколение конструкторов, для которых Юрий Мирохин – человек-легенда, на которого нужно равняться. И все они с большим интересом слушали истории о талантливом ученом и делились собственными воспоминаниями. На базе ННГУ имени Лобачевского открылось новое отделение Института теоретической и математической физики РФЦНИЭФ. Тематика его работ связана с развитием функциональных возможностей пакета программ инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования «Логос», разработанного ядерным центром. Развитие суперкомпьютерного моделирования и кадрового потенциала в этой области является частью общего направления деятельности научно-образовательного центра Нижегородской области «Техноплатформа-2035», созданного в рамках нацпроекта «Наука». Директор ядерного центра в НЕФ Валентин Костюков отметил, что открытие математического отделения Российского федерального ядерного центра в НЕФ на базе университета предоставляет ведущим специалистам в области математики, а также аспирантам и студентам возможность участвовать в реализации одного из национальных проектов. Это первый шаг создания научно-образовательного центра Нижегородского региона, деятельность которого будет развиваться при поддержке госкорпорации «Росатом». По словам президента ННГУ Лобачевского Романа Стронгина, открытие подразделения самого крупного в Европе исследовательского центра на базе Нижегородского университета – это совершенно новый для нашей страны проект. И при этом он соответствует мировой тенденции, когда теоретические задачи и вопросы их практического применения решаются вместе. К другим новостям. Новый взгляд на науку. В гимназии номер 2 прошел тематический урок химии в рамках профориентационного проекта «Внефоведение. Введение в специальность». Он успешно реализуется в нашем городе с 2010 года Российским федеральным ядерным центром при участии Департамента образования Сарова. Главная цель – помочь школьникам определиться с будущей профессией. Андрей Лень – ученик 9 класса. Несмотря на юный возраст, юноша уже задумывается о том, кем хочет стать в будущем. С профессией, конечно, еще не определился, но точно знает, что хочет реализовать себя в области химии. Я считаю, что химия – одна из самых перспективнейших наук на данный момент, потому что химия окружает нас, и сейчас человечеству нужны новые материалы, новые лекарства, и все это можно получить благодаря химии. Но для многих школьников вопрос, на кого пойти учиться в институт, и кем стать в будущем, по-прежнему остается открытым. И чтобы помочь ребятам определиться, Российский федеральный ядерный центр реализует профориентационный проект «Внефоведение. Введение в специальность», в рамках которого специалисты градообразующего предприятия проводят для старшеклассников открытые уроки по физике, информатике и математике. Организатором проекта выступает Управление обучения персонала, которое активно сотрудничает с Департаментом образования городской администрации. Начальник научно-исследовательской группы РФИАЦ ВНЕФ Максим Царев принимает участие в проекте не первый год и с удовольствием проводит для ребят тематические уроки по химии. Проект существует несколько лет, конкретно я принимаю в нем участие где-то примерно уже 3 года. Вот. И, то есть некоторый опыт общения с ребятами уже приобрел. Вот. И, конечно, надеюсь, что они положительно отзываются об этом, насколько я знаю. Ну и сам, конечно, тоже получаю огромное удовольствие от общения с ними. Но я считаю, что это вообще хорошая тенденция, когда о работе начинают рассказывать ребятам с самого начала, не только вот когда они уже определяются, куда им пойти учиться после института, например, работать, а начиная со школьной скамьи. И когда какие-то конкретные примеры деятельности, особенно в химии, это очень важно. Результаты какие-то экспериментальные ребятам показывают. Это, конечно, проявляет интерес для них и желание заниматься потом этими предметами. В этот раз темой урока стал водород и его использование. Именно этот раздел девятиклассники сейчас проходят по школьной программе, поэтому занятие прошло в формате живой беседы. Максим Царев рассказал о перспективных направлениях использования водорода как энергоносителя будущего в автомобилестроении и других областях. Ребята, в свою очередь,
продемонстрировали свои знания. Но главное, они открыли для себя много нового и интересного. Мне запомнилось практическое применение самого водорода. То есть вот эти умные окна определенно запомнились. Использование водорода для создания пористых конструкций. Я считаю, что это очень интересно. Сегодня нам показали, как именно применяются металлы, как они взаимодействуют с водородом. Это было очень интересно. Это тема, которая как раз интересует нас, наверное, в максимальной степени, как с точки зрения использования этого элемента и вещества в своих практических работах. Поэтому, конечно, здесь сотрудники ВНЕФ могут рассказать очень много и какими-то конкретными иллюстрациями для ребят все это показать. Главная задача, чтобы самые заинтересованные ребята, которые бы хотели себя проявить в будущем и связать свою жизнь с химией, с физикой, с какими-то естественными науками, подумали о том, что ядерный центр, в городе, в котором они живут, это самый лучший работодатель для них в будущем. По словам ребят, такой тематический урок очень сильно отличается от тех, к которым они привыкли. Да и педагоги признаются, что проект вне инфоведения имеет большое практическое значение. Если ребята от меня слышат теоретический курс, химические свойства, методы получения, то применение, чаще всего мы говорим о применении, скользко, поверхностно, то Максим Владимирович сегодня расскажет детально о применении этого вещества уже на площадках ВНЕФ. Российский федеральный ядерный центр ВНЕФ уделяет большое внимание работе со школьниками, мотивируя их к продолжению образования в научно-технической сфере и последующему построению карьеры в РФЯЦ ВНЕФ. И такие профориентационные проекты – прямое тому подтверждение. 10 кеглей и 10 попыток сбить их. В Сарове прошел первый командный турнир РФЯЦ ВНЕФ по боулингу. За право обладать кубком победителя боролись 20 команд различных подразделений ядерного центра. Подробности в следующем репортаже. Радостное ликование то и дело сменяется вздохом разочарования. Шар то сбивает разом все кегли, то предательски катятся мимо. Многие спортсмены серьезно готовились к этому турниру. Инженер-исследователь ядерного центра Диана Власова в будние дни старалась выкраивать время для тренировок, чтобы отточить технику бросков и постараться вывести свою команду в лидеры. Тренировалась, честно скажу, каждый день, даже до мозолей доходила. Но в результате я довольна своим результатом, более чем. Я приходила иногда в обед на 15 минут и вечером сразу после работы на 15 минут. В борьбу за заветный кубок вступили 10 подразделений ядерного центра. Таким образом, первый командный турнир ФИАЦНЕФ по боулингу собрал 80 спортсменов. Соревнования прошли при поддержке Саровской федерации боулинга. Мы провели официально как федерация 4. Вот это 4-е наше мероприятие, но благодаря нам еще порядка 6-7 было тут мероприятий, турниров внутренних во ВНЕФе, которые отбирались как раз лучшие игроки для того, чтобы приняли участие в нашем турнире. 2 часа соревнований пролетели быстро. Пока одни спортсмены набирали очки на дорожках, другие обсуждали тактику игры своей команды и участвовали в конкурсах. Очень такая насыщенная атмосфера, радостная. Вот этот дух соревнований между всеми подразделениями. Отличная идея. Все прошло на высшем уровне. Также огромное спасибо организаторам, всем участникам команд. Да, все молодцы. Отличный чемпионат. Хорошо, что у нас сейчас это все проводят. Очень здорово. По итогам турнира первое место заняли спортсмены из конструкторского бюро. С результатом 566 очков они оставили позади своих ближайших конкурентов. Участница команды Анастасия Киселева стала самым результативным игроком среди представительниц прекрасного пола на этом турнире. Спортсменка отметила, что победа – это результат длительных тренировок всех участников команды. Мы упорно предыдущие 2 недели ходили по 3 раза в неделю, по 1,5 часа мы играли. Поэтому это результаты упорного труда. Команды «Вымпел» и «Старт» набрали в турнире 542 и 513 очков соответственно и получили серебряные и бронзовые медали. А Александр Ефремов из команды «Вымпел» стал лучшим в личном зачете среди мужчин. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.vnef.ru и в эфире канала 16 по четвергам в 19:45. Я с вами прощаюсь, всего вам доброго и до встречи.